Че сегодня уже? Курсант, ты меня слышишь? Это текила. Я думала, мы тебя потеряли. Не торопись. Осмотрись, не спеши. Ё-моё, где я проснулся? Черт возьми. Текила, как ты говоришь со мной? Чья это кровища? Черт возьми, пистолет, кровь. Ой, что вчера было? Блин, надо успокоиться, надо успокоиться. Да. Уходили слишком быстро. Хорошо. Чё? Ты избежал хорошей драки. Опять драка без меня. Черт, откуда у меня пистолет? Включи фонарик. Фонарик, у меня есть фонарик. Ух ты, классно. Блин, где же я? Хис. Ого. Ладно, боец, тебе надо выбираться отсюда, пройдешь через подвал. Через подвал, а что в подвале? Эй, чувак, просыпайся. Просыпайся. Да, похоже, он вчера серьезно надрался. Через подвал, значит. Наших в твоем районе нет, поэтому стреляй во все, что движется. Во все, что движется. А, я вижу, движется интерфейс. Я вижу, движется коробка. Я правильно все делаю? Кстати, подожди, как наших нет? А там мужик спит. Отключаю рацию. Идите. До связи. Окей. А куда мне идти? Женщина. Эй. Где ты находишься? Блин, я хочу к тебе. У тебя есть попить что, а? Черт. Черт. Ау. Господи. Кажется, я поджег твой дом, текила. О, ужас. Что вчера было? Что вчера было? Я ничего не помню. Как я здесь оказался? Что я здесь делаю? Ох, твою мать. Какой странный подвал. Ой, что это? Что это пикает? Мне страшно. Какая-то неприятная здесь атмосфера. Черт. Куда идти мне? Куда идти мне? Ой, я слышу тебя, мужик. Ты где? Это надо разжимать все. Ох. О, чувак, я тебя помню. Мы вчера вместе дошли вроде, да? Мужик, просыпайся. Эй, мужик, просыпайся. Эй. Да. Видимо, он вчера хорошо взял. Чудесно. Свет включили. Мужик, слышишь, Никос? Голос в голове такой громкий. Но мое наблюдание всегда смотрит в будущее. Хватит. Мы создаем новые миры для всех людей. Вейн Ютани. Мы новый мир построим. Наконец-то заткнулся. Неужели на тебе настройки звука не работают? Так странно. Фига себе, у кого-то хата. Интересно, у кого это я был? Какой-то трактор. Это, видимо, мы на нем вчера приехали. Ну да. Понятно. И, судя по всему, водителем был я. Мужик, просыпайся. Куда? Эй, мужик. Блин. И этот сбежал. Что за народ? Ё-моё, это чё за район? Это явно не наш район. Это где-то... Я не знаю, Силамяя, что ли? Ё-моё, куда ж меня занесло вчера? Ужас. И чего я с пистолетом тут бегаю? Блин, надо его спрятать как-то. Вдруг полиция, а я тут с пистолетом, а там еще лужа кровищи, блин, кровавые блевотины чьей-то лежит. Блин, мне явно не избежать проблем. Так, что здесь? Может, здесь что-то есть? Фу, блин. Чуваки, вам надо проводку чинить. Так.
Что это тут компы? Странные у вас компы какие-то, устаревшие. Вау. Да и лампочки у вас не к черту. Блин, что здесь творится? Куда я попал? Кругом электричество. Блин, надо вам точно позвать электрика. И такое ощущение, что я здесь уже был. А-а-а. Отлично, курсант. Теперь перезагрузи систему с помощью рубильника. Спасибо за заботу. Черт возьми, я должен чего, перезапустить систему? А че, монтера вызвать уже не камильфо, да? Найди рубильник, с его помощью отключи систему. Ну окей, окей, женщина, выключаю. Блин, темно. Неужели целую минуту тут быть так? Блин, мне страшно. А, тут стул движется. На помощь. А, черт возьми. Теперь можешь снова включать систему. Конец-то, спасибо тебе, женщина. Что случилось? Меня током долбануло, вот что случилось, блин. Проверь границы. Какие границы? Ты о чем, женщина? Уходи оттуда, найди остальных. Тут кто-то ломится. Женщина, тут кто-то ломится. Я открою дверь, ничего, ты не против? Тут кто-то к нам пришел. Ух ты, блин! Какая хрень нам приползла сюда! Черт! Блин, ну это женщина, что это было? Я понимаю, год дракона и все такое, но блин, а что они тут у нас делают? Это что? Блин, мы их вызывали что ли? Блин. Ему не сладко пришлось. Ну да, конё, блин, чья-то блевотина тут все разъела. Кошмар какой. А, вот он! Женщина, спаси меня! Отвези! Я не хочу с ним тут оставаться больше. Чего? Аптечка. Женщина, у меня есть пистолет. И мне интересно все еще, откуда он взялся. Твою ж мать. Мне страшно, женщина. Тут... Что-то не то. Где же ты? Вашу ж мать. Жуткое местечко. Скажу честно. Не знаю, кому мы тут на кату пошли. Но бомжатник бомжатником. Оно большой бомжатник. О, блин. Какое мрачное местечко. Мужики, у вас там чего? Мужики, откройте. Пожалуйста, откройте. Мне тут страшно находиться. Тут что-то движется. Я что-то тут вижу. Здесь что-то неприятное. Откройте! Я слышу, у вас там вечеринка, вы там музыку слушаете, блин, там бухайте во все. Блин, я тут... тут все. Такое страшное. Откройте! Откройте! Мать вашу, мне страшно. Срочно откройте! Здесь страшное существо за мной гонялось. Ну помогите же! Блин. Блин. Ну. Откройте же. Все? Нет? Ну же. Мне страшно. Между прочим. Тут символ года нового. Он черный, и он меня бьет, он меня так. Блин, какой кошмар. Блин, я теперь буду заснуть не смогу, блин. Помогите, срочно откройте, мне страшно. Ай, он разлагается. Блин, теперь никому не докажешь. Фу, наконец-то открыл, мужик, спасибо. Весьма кстати. Кстати. Франко! Эй! Черт!
Чувак. Чувак. Я за тобой, курсант. Иди в диспетчерскую, живо. Размечталась там что, чтобы я еще этих черных тварей увидел. Ну уж нет. Блин, мне страшно. Женщина, ты хотя бы полицию или пожарников позови. Или скорую, кажется, этому нужна скорая. Может, тебе нужна скорая? Да не, я с ним все в порядке. Черт. Черт. Ох ты, а этот еще живой. С ним все хорошо будет, я надеюсь. Блин. На помощь. Мне тут страшно, тут как это, блин, это небо какое-то красное. Это что случилось? Я что ли проспал до 12, до 21 декабря 2012 года? Черт. Тут кто-то смеется. Я не хочу, не хочу, не хочу это слышать. Мужик. Мужик. Нет, ты женщина. Чё, клёво. Значит, вечеринка была классная. Раз тут есть женщина. Ой, а это что? Чей-то блокнот. Отлично. Блин, куда же идти мне? Куда идти? Вау. Тут что-то есть. Кто-то, что-то. Это значит детектор движения все-таки. А я думал... Я еще недооценивал возможности своего телефона. Блин, тут... Пар. Кажется, надо еще и... Отопительную службу вызывать. Я заперта в соседней комнате. Возле двери. Отлично, женщина, я к тебе иду. Для генератора нужны энергоячейки. Я видела, они там были. Где? Где ячейка? Где? Во, я что-то вижу. Ах, какой же тяжелый! Но я с этим все равно могу бегать. Значит, не зря тренировался. Женщина! Молодец, ура! Женщина! Как твоя голова? Ой. Заходи. Нет, нет, женщина, я не хочу, не хочу нигде звонить. Мне стыдно вспоминать, если что-то было вчера, или позавчера, или прошлые эти 12 месяцев, какой сегодня... О, блин. Это настоящий питомник ксеноморфов. Нечего удивляться появлению. Женщина, мне не интересно, что ты говоришь, мне... Мне страшно. И черт возьми, я... В общем, отсюда... Не хочу. Я не хочу ни тебя слушать, ни на тебя смотреть, хотя... Повторите. Что это у тебя классная татуировка? Что, еще кто-то здесь есть? Ой, блин. Я что, я на тебя смотреть не хочу, не хочу, не хочу. Похоже, мы разбудили соседей. Нам нужна помощь. Тут что-то очень странное. Коннор, могу отправить к вам одного бойца. Нет, не... Хотя да, я тебя пойду лучше. Там другая женщина есть какая-то. Блин, не хочу вспоминать, что с вами было. Что с вами было? Не хочу, не хочу. Да, оставайся нафиг. Женщина, выпусти меня. Блин. Отлично. Вот пойду я и... Ой, ну нафиг, там кто-то что-то движется. Там что-то движется. Я лучше пойду обратно. Эй, впусти, впусти. Пожалуйста, впусти. Я сделаю все, что хочешь, только впусти. А? Папа, пожалуйста, впусти. Тут пришелец дохлый. Я его пристрелил. А, он движется еще. У него нет лапы. И второй лапы нет, и третьей лапы нет. У него вообще лап нет. Он, у него только хвост и голова, мне страшно. Пусти меня по... Выйди. Игнор полный. Ну да. Ты нужен в следующий раз. Ага. Ты нужен в клубе, а в клубе? А что там в клубе? Продолжение вечеринки? Ну нафиг. Мне сейчас не до вечеринок. Тут пришельцы какие-то страшные, черные. Злобные. Музыка. Блин, музыка в клубе, значит, мы вчера все-таки. Это хорошо. Туда идем, туда? Отлично. Идем на звук музыки. Может, в клубе хотя бы нормальные люди есть, и нет этих долбанных пришельцев. Черт возьми, может там... И там мне расскажут, что со мной вчера было. Куда я вчера шел, что я вчера делал, в конце концов. Коннор, ты слышишь меня? Мой человек на подходе. А, вот за проблем, все заблевано, все засрано, все засрано. Оу, судя по тому, что блевотина даже на потолке,
Вечеринка удалась вчера на славу. Ух ты, блин, сколько тут. Мужик. Эй, мужик. Наркоман, что ли? Блин, тут еще и стриптизерша огромная. Это как огромная голубая тетка. Это как в фильме «Аватар», только стриптизерша. Черт. Куда мне идти? Лифт. Блин, лифт весь засанный, засранный. Ну нафиг. Ненавижу эти лифты. А чё, лестницу было не придумать? На втором этаже вообще пипец, что творится. Ну, народ. Что это такое? А кто ж это все убирать будет? Это что, новый вид ксеноморфов? Женщина, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Я иду на встречу курсанту. Гибсон. Нам пришлось отступить. В чем? Мы вызвали, что ли, себе боги. Мэла Гибсона на вечеринку? Хрена себе. Осторожно, не пали без разбора. К тебе идет рядовой Гибсон. Он уже и рядовой. Держи. Черт. Я надеюсь, мы его не как стриптизера вызывали. Странно, а где Гибсон? Гибсон? Черт. Ксеноморф повредил какие-то провода. Так. Попробуй что-нибудь с этим сделать. Значит, ждем Гибсона. Сейчас придет с минуты на минуту Гибсон. О, музыка. Отлично. Под музыку буду ждать Гибсон. А чё, неплохой музон мы там слушали? Держись, курсант! Ага! Знаете, а под музыку все так бодрее. Гибсон, это ты? Гибсон? Нет, нафиг, это... Ай, тварь! Нет! Ау! Жжется! Нет, нет, нет! Нет, нет, отойди, 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 отойди! Отойди! Еще. Нет, 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 нет. Пожалуйста, отвалите от меня. Блин, сколько вас много тут. Блин, у меня в автомате пуль на вас всех не хватит. Стройтесь в очередь хотя бы или не нападайте на меня. Че? Еще тут. Ай, ёшкин кот. Мне страшно. Страшно, страшно, страшно. Теперь я знаю, где я научился стрелять из автомата. Меня что ли обучили этому вчера на вечеринке? Твою ж мать. Я сломал систему, заходи в лифт, я вытащу. Лифт, где лифт, 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 лифт? Где Гибсон? Где должен был быть Гибсон? Мы потеряли связь с Гибсоном. Кто-то тут все засал, посрал, забивал, ну нафиг. Твою ж мать. Я чуть не обосрался, когда кто-то меня упал. Эх. Да, знаю, открываешь такую дверь, а потом выпрыгивает тебе в лицо чужой. А, нет. О, мужики. Может, ты мне скажешь, что вчера было? Я прошел вчера через хорошую заварушку. Блин. Если страшнее, чем то, что со мной только что было, это... У меня очень много вопросов. Что тут еще? Держись, парень. О, жить будешь. Клево, с нами какой-то негр был. Мои нужны наверху. Жесть. Женщина. Женщина, негры. Жуткая у нее морда. Есть, блин, я надеюсь. На лучшее, я надеюсь, вчера был в здравом рассудке. Блин, еще у него автомат. Что это за фигня? Почему они просто убегают? Оценивают нашу защиту, рядовой. Какого? Куда я влип? Со светом? Они отключили. Надо было оставаться с семьей и праздновать Новый год. Пожалуй, пойду я вниз. Там хотя бы... Нет, этой страшной тетки. Блин, откуда же они тут все взялись? Вот и все. Вау. Что тут? XCOM! Отлично, в XCOM порубимся. Не, это не XCOM, это какая-то фигня.
выскочил. Нет, я не хочу иметь с ними дел. Никаких. Они утащили человека через вентиляцию. О, мужик, ты куда? Я хочу с тобой. Эй. Объединяемся. Блин, объединяться с тобой? Ну уж нет, я лучше стану кормом для чужих. Хотя, черт, с тобой пойду. Блин. Одной миллисекунды хватает, чтобы... Не снижаем бдительности. Ага. Не снижаем бдительности, повышаем бдительность. Да, я знаю. Блин. Тетка, там пришелец. Если что, я надеюсь, он съест тебя первой, да? А я еще жить хочу. А! Женщина, прикрывай меня! Фыш. Че, тяжело без ножек бегать, да? Тварь убита! Убита! Это Текила! Курсант, как слышишь меня? Без паники, к вам. Тварь убита? Мне кажется, он танцует брейк. О, черт! И очень даже неплохо. Еее! Да. Плохой из тебя танцор. Где-то тут еще тварь должна быть. Так. Ух ты, блин. Где он? Смена магазина. Согласен. Не снижаем бдительность. А то у меня тут 97 патронов было. По 99 лучше, чем 97. Да, женщина, не хочу на тебя смотреть. Так. Женщина, ты косая. Даже я впервые держащий автомат в руках стреляю меч, чем ты. Ау. Видимо, женщина не умеет обращаться с оружием. А может это стереотип? А! Может ты такая косая просто? Не могу поверить, что нам удалось выжить. Да отряд уж. Отряд Чарли уже в пути. Им может быть нужна помощь. Иди к баррикаде. Знаешь, а все-таки та текила была не такая уж и страшная. По сравнению с тем, на что я только что посмотрел. Дверь закрывается. О, там кто-то есть. Нам отступать в тупик. Эй, мужик. Эй, лезь сюда. Я попробую. Давай. Дай, держись за автомат. Эй, ты куда? Эй, пришельца, это наш мужик, он с нами вчера был. Да. И этот. Да. О! А, сколько вас тут? Это как... Как тараканов в школьной столовой. Твою ж мать, сколько вас? У вас целая орда тут. Блин, надо успокоиться. Я спокоен. Я хладнокровен, расстреливаю черных пришельцев. Так. Блин. Черт. Идем нафиг. Нельзя спринтить. Черт возьми, где эта женщина? Почему она не прикрывает мою задницу, как должно быть в крутых фильмах? Черт. А! Прям лицо прыгает. Варюка. Нафиг вас таких, нафиг. Я с вами больше не играю. Вот. О! Наконец-то. Внимание, начинаем тактическое отступление. Женщина, у меня патронов нет. Надо как можно скорее убираться. Согласен. Канализация проходит под всей колонией, курсант. В канализацию? Ну ты гонишь. Живо, почему это единственный выход?
Что? Ау. Пипец. Сейчас от часу не легче. У меня уже в глазах начинает двоиться. Успокоительное больше не действует. Черт. Опять двоится. И чужой двоится. То есть это черная страшная штука. Блин. Ну нафиг. Ну нафиг. А мне сейчас в голову мысль пришла. Я столько завалил этих страшных чудовищ, которые могут так просто завалить человека. Я ж, мать его, как Шварценеггер, как Сталлоне, как Брюс Уиллис, как Чак, но... Нет. Это уже слишком. Ну нафиг, 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 нафиг. Куда я вообще поп... Боже мой. Боже ты мой. Нет. Нет, 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 нет. Беги, Форест, беги. Нет, меня поймали. Куда меня бы заберете, сволочи? Фу. Ну, с вами был Адзия. Небольшой бонус. Первоянварский, так сказать, постновогодний. За предоставленную игру Aliens vs. Predator огромная благодарность моему подписчику Мистер Паник. Спасибо за игру. Как видишь, не зря. Ну что ж, посмотрим. Если ролик не окажется полным говном, то может быть сниму продолжение. И всем пока.